перейдем непосредственно к самому старику Гаспару Нуэ. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вообще, Гаспар Нуэ — это режиссер, чьи фильмы трудно найти, легко понять и невозможно забыть. И самое последнее — это, наверное, ключевая часть его работ, потому что Гаспар Нуэ уже почти 40 лет постоянно экспериментирует как с технической реализацией своих работ, так и с нарративной их частью. Все эти ухищрения от ленты к ленте постоянно оставляют зрителей смущенными, шокированными, раздраженными, блаженствующими, расстроенными, рассмешенными, но они никогда не оставляют зрителей равнодушными, и это, наверное, выделяет его из когорты остальных режиссеров-экспериментаторов, над которыми нужно сидеть, как сноб, наблюдать, как 3 часа сохнет краска, и все в таком духе. Это не про Гаспар Нуэ, его фильмы очень интересные, это такие интенсивные, иммерсивные путешествия в глубины человеческой психики и, прежде всего, в глубины человеческой жестокости. Перед просмотром главного фильма в карьере Гаспара Нуэ давайте просто посмотрим на этого человека и узнаем больше о его жизни. Гаспар Нуэ родился в Аргентине в семье очень известного художника, поэтому он уже с пеленок был, скажем, находился в такой атмосфере искусства. В 12 лет он эмигрирует во Францию в 1976 году, так как в Аргентине в это время ко власти приходит военная хунта. Начинаются жесточайшие репрессии как в культурном секторе, так и в политическом. Очень тяжелое время для Аргентины, худшее, наверное, со времен Второй мировой войны, поэтому многие люди эмигрировали вот на время правления военной диктатуры в другие страны. И это очень важный факт у Гаспара Нуэ, так как большинство фильмов на французском языке, и многие даже не знают, что на самом деле по национальности он аргентинец. Там, во Франции, он поступает в колледж аудиовизуальных искусств имени братьев Люмьер, с успехом его заканчивает, и, вопреки ожиданиям зрителей, он решает продолжить обучение не по какой-то режиссерской или сценарной работе, а поступает в Парижский университет на философа. И, соответственно, тоже его, по-моему, заканчивают, он его не бросил. Далее, волей судеб, он каким-то образом становится подмастерьем очень известного аргентинского режиссера Фернандо Соланоса по прозвищу Пина. Это что-то вроде нашего Тарковского в Аргентине, один из самых известных режиссеров Аргентины, хотя его фильмы, они скорее не созерцательные, а такие больше политические. Вместе с ним он познает азы и базу кинопроизводства и решает снять свой первый фильм, первую короткометражку «Лунный загар» в 1985 году. И вот от нее и начинается большая, почти 40-летняя история этого нестандартного режиссера. Здесь вы, кстати, видите Райана Гослинга, а это Винсент Галло, тоже очень известный режиссер в узких кругах. Можно следующий слайд, пожалуйста? Из чего же состоит режиссерский стиль Гаспара Нуэ? Гаспар Нуэ обладает единым почерком, который кочует у него из ленты в ленту. Он пользуется, даже я бы сказал, миксует одни и те же режиссерские решения и постоянно не перестает удивлять зрителей. Он экспериментирует во всем, что касается сюжетов, визуала, музыки. Это человек, который всегда удивляет, и хотя ты знаешь, что от него ждать, как именно это будет происходить, это всегда интересно посмотреть, особенно если удается возможность увидеть это в кинотеатре. Давайте разберем в мельчайших деталях каждый из узнаваемых особенностей Гаспара Нуэ. Можно следующий слайд, пожалуйста? Визуальный код – одна из главных особенностей лент Гаспара Нуэ. Он обладает уникальным стилем, который выделяется не только красочным освещением и какими-то броскими цветами, но и продуманными
образами главных героев, которые соблюдают определенный дресс-код. Его персонажи часто надевают одежду людей из культовых фильмов. Например, здесь вы можете увидеть куртку Трэвиса Баркли из фильма «Таксист». У него постоянно какие-то мелкие детали, которые могут заметить люди, которые смотрят очень много кино. Он также использует интересные интерьеры, интересные ландшафты. Человек постоянно использует какие-то узнаваемые образы в неожиданных ситуациях. Например, другой человек, который часто вспоминает про яркий крашеный визуал, Николас Виндинг Рёфн, постоянно использует неон в своих работах. У Гаспара Нуэ все сложнее. Помимо, конечно же, использования неона, например, в фильме «Климакс», он также использует всякие нестандартные устройства, которые дают интересное освещение. То есть, например, здесь использованы какие-то трубки, которые делали какие-то японские специалисты. А, например, в фильме «Вход в пустоту» здесь вы видите такое необычное мистическое освещение. Для этого были разработаны какие-то чудесные лампы специально для этого фильма, специально для этой сцены. И с таким подходом к деталям он подходит к любому аспекту своих лет. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вот. Но не только светом единой его работы, а другая, возможно, даже более выдающаяся часть его лент — это операторская работа. О бог, если вы не знакомы ни с одним фильмом Гаспара Нуэ, то понятие «операторская работа» будет для вас открыто заново. То, как снимает Гаспар Нуэ, наверное, ну я не знаю, кто еще может себе позволить такие ухищения с камерой. Камера Гаспара Нуэ — это что-то с чем-то. Она совершенно не привязана к конкретным персонажам, она абсолютно бестелесна и словно призрак блуждает над съемочной площадкой. Она может крутиться вокруг своей оси, может внезапно, как на этом кадре, перевернуть местами землю и небо, может совершить какой-то сальто или, правильнее сказать, мертвую петлю, может внезапно взмыть над персонажами, улететь куда-то за границы кадра, и ты уже не понимаешь, так и должно быть, или у тебя инсульт случился просто во время просмотра нового фильма Гаспара Нуэ. Это всегда очень рискованное, очень смелое решение, которое может вызвать тошноту. Сразу предупреждаю, что отдельные моменты могут быть не очень приятны для неподготовленного зрителя, могут взбесить, а могут заворожить до самых финальных титров или даже сказать до черного экрана после них. «Необратимость», кстати, которую мы будем сегодня смотреть, это, наверное, самый радикальный фильм Гаспара Нуэ с точки зрения операторской работы. Таких гадостей он себе больше потом в карьере не позволял. Не потребовал, даже я бы сказал. Можно следующий кадр, пожалуйста? Стробоскоп. Наверное, это тоже отличительная такая визитная карточка Гаспара Нуэ. Никто больше в кино так часто не используют этот прием. Напомню, что стробоскоп — это такое высокочастотное мерцание, из которого многим людям становится плохо. Гаспар Нуэ жутко нетолерантный режиссер. Его фильмы, буквально все его фильмы, запрещены к показу людям с эпилепсией. По-моему, на последних фильмах на всех есть титр в начале, что если у вас эпилепсия, вы не можете их смотреть. Он так часто использует стробоскоп, что возможно, люди, которые производят эти стробоскопические лампы, платят ему какие-то деньги, потому что никто больше себе не позволяет так сильно эксплуатировать этот, казалось бы, простой прием. Мне, например, он очень нравится, меня он очень успокаивает. Я могу просто даже там 10 минут условно включить и смотреть на эти стробоскопические вспышки. Он пытался однажды в своем фильме «Вечный свет», один из последних фильмов Гаспара Нуэ, он в самом начале выставил титр с цитатой из романа Достоевского «Идиот». Если вы знаете, у Достоевского самого была эпилепсия, и там очень подробно описывалось состояние перед эпилептическим припадком. Он описывал это так, что за секунду до мрака, до вот непосредственного процесса, когда ты выключаешься, тебя начинает трясти, главный герой испытывает умиротворение,
расслабление и какое-то очень приятное ощущение. Видимо, вероятно, Гаспар Ноэ пытается, постоянно показывая нам стробоскоп, чтобы мы испытали похожие эмоции. Я, например, их испытываю. Это можно сравнить с тем, что люди ходят на концерты белого шума и осознанно получают от этого удовольствие. Я, кстати, один из таких людей. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Титры. Казалось бы, такая простая базовая вещь в кино. Гаспар Ноэ решает и здесь, так скажем, выпендриться перед зрителем. Каждые его титры — это уникальная вещь, которую можно и нужно вырезать из фильма и смотреть отдельно. Обычно мы привыкли, что в кино вырезают какие-то ключевые сцены, какие-то особенно крутые сцены, пересматривают их. У Гаспара Ноэ всегда это титры. Все титры его, всех лент есть на Ютубе, у них куча просмотров. В комментариях все пишут о том, как сильно они впечатлены этими титрами. И казалось бы, что вообще в них такого? Почему они такие крутые? Я вот решил не тратить лишних слов для того, чтобы вам объяснить это. Я просто хочу процитировать речь одного очень известного в узких кругах режиссера Квентина Тарантино. Когда он увидел начальные титры этого фильма, он поставил его на 10-е место лучшего фильма 2010 года. Так вот, его цитата. «Без сомнения, это лучшие вступительные титры 2010 года. Может быть, это даже лучшие вступительные титры десятилетия. Эти вступительные титры – одни из величайших в истории кинематографа». Это, кстати, был его единственный комментарий о фильме. Возможно, после титров он даже ленту уже не смотрел. И я специально подготовил эти начальные титры. Давайте посмотрим и убедимся, прав был Тарантино или нет. Мне кажется, после этих титров ты либо встаешь и уходишь из кинотеатра, либо до конца досматриваешь фильм «Гаспар Ноэ». И такой подход к титрам у него во всех фильмах. Он каждый раз пытается сделать что-то необычное. Кстати, у конкретно данных титров к фильму «Вход в пустоту» очень интересная история. Люди посмотрели его фильм и сказали, что, слушайте, нам не очень понравилось, очень затянуто показалось, очень много как будто бы лишних сцен, и, в общем, как бы фильм слишком длинным идет, кажется, что его очень тяжело смотреть. Тогда Гаспар Ноэ решил сделать, чтобы людей еще больше не напрягать, не было еще титров, он решил сделать самые быстрые титры в мире, чтобы людям попроще было смотреть его фильм. В самом фильме ничего не менял. Можно следующий слайд, пожалуйста? Эксперименты с формой. Ноэ часто экспериментирует с формой кинематографа, он играет с хронологией сюжета, он играет с монтажом и с самой структурой фильма. Его работы выходят за пределы какого-то традиционного кинопроизводства и предлагают зрителю совершенно новые способы взаимодействия с фильмом. Например, та же «Необратимость», которую, я напомню, мы будем смотреть сегодня, она буквально идет задом наперед. И вы можете понять это с первых же секунд фильма, потому что начальные титры, как мы привыкли, идут обычно сверху вниз. В фильме «Необратимость» начальные титры идут снизу вверх, и, по сути, они же являются и финальными титрами. Также вы можете наблюдать кадры из последнего фильма «Гаспара Ноэ «Вихрь». Здесь он весь фильм вообще проходит с разделенным экраном, где мы можем видеть фокус двух разных персонажей, пожилой мужчины и женщины, и, соответственно, мы видим то, что они делают отдельно, в двух разных экранах, и картинка синхронизируется только когда они спят вместе, обнимаются или ведут какую-то близкую беседу. Внизу кадр из «Любви». И если здесь у нас создается какой-то эффект 3D без необходимости надевать специальные очки, то в фильме «Любовь»
уже использован 3D-эффект. Это, наверное, первый и последний порнографический фильм в 3D, который можно было посмотреть в кинотеатре. И я думаю, что нету больше, более корректного объяснения термина трансгрессия, чем эрегированный пенис, который буквально выходит за пределы экрана, и ты в очках, в кинотеатре. Я думаю, что это незабываемое ощущение для всех зрителей. Можно следующий, пожалуйста, кадр. Экстремальный нарратив. Здесь скорее о темах, которые поднимает Гаспар Ноэ. Он постоянно работает с какими-то первобытными, с темами, которые связаны с первобытной человеческой природой. Любовь, смерть, жестокость, сексуальность, переживания, какие-то яркие переживания, например, потери или наоборот какая-то величайшая радость от какого-то яркого, знаменательного события. Он препарирует все эти темы с какой-то необычайной искренностью, откровенностью и одновременно с этим интенсивностью. Мы постоянно от любого его фильма вынуждены вжиматься в поверхности, на которых сидим прямо сейчас. И, возможно, поэтому фильмы Гаспара Ноэ, конкретно «Необратимость», входят в список так называемых фильмов французской экстремальной волны. Это такое неофициальное название, которое пришло на смену французской новой волне, которая как бы признана по всему миру. Это такие фильмы 60-х, которые начал Жан-Люк Годар. Это были фильмы о молодых бунтарях, которые пышут жизнью, они производят революцию внутри себя и на улицах. Они очень веселые, жизнеутверждающие. На смену им в конце 90-х приходит новая экстремальная волна, которая скорее производит революцию в плане изображения на экране жестокости и насилия. Например, вот главные фильмы нового французского экстрима — это «Мученицы», «Кровавая жатва», «Человек кусает собаку», недавно вышедший «Титан», который, кстати, получил «Золотую пальму» и «Ветвь», и сербский фильм. Вы видели хоть один из этих фильмов? Все. Нет? Ну, в общем, суть в том, что это очень жестокие хорроры, которые точно входили 10 лет назад в какие-то топы самых жутких фильмов, которые навсегда разрушат вашу психику. Они всегда были топ-10, вот прям твердо и четко. Гаспар Ноэ, я сразу успокою тех, кто уже не очень доверяет этому человеку, он, наверное, самый щадящий из всех этих режиссеров. Его фильмы нельзя назвать ни в коем случае хоррорами, я бы их даже не назвал бы триллерами. Это скорее такие тяжелые психологические драмы с редкими вкраплениями насилия. Так, да, ну, в общем, за свою карьеру Гаспар Ноэ наследил по очень большому пулу тем, и почти каждый его фильм — это всегда скандал. Например, вот фильм «Любовь», который я вам показывал, кадр, это буквально порно в 3D. Сюжета в этом фильме чуть-чуть больше, чем в классическом ролике подобного жанра. Но я при этом вот никогда бы не подумал, что буду плакать как ребенок на сцене, во время сцены несимулированного секса. Так мог сделать только человек, который, ну, умеет нажимать на правильные кнопки, даже когда он, по сути, показывает нам порнографию. «Вход в пустоту», титры, из которого мы с вами посмотрели, тоже работает с очень такими скандальными темами. Там поднимается тема инцеста, там очень много странных сцен, например, там показано зачатие изнутри. В общем, тоже довольно спорный фильм, и даже по своей сути это вообще такая почти трехчасовая, я бы сказал, аудиовизуальная опера одному очень тяжелому наркотическому трипу, которая плавно переходит в бэд-трип. Также вот здесь кадр из дебютного фильма Гаспара Ноэ «Один против всех». Наверное, это самый стандартный фильм Ноэ. В нем практически нет фишек, которые он будет использовать в «Необратимости». Это его, соответственно, второй фильм. Но внезапно мы, как зрители, которые могли бы увидеть его в 98 году в кинотеатре, на середине фильма, наш показ прерывается черным экраном и выходит титр. Сейчас будет очень жестокая сцена. У вас есть 30 секунд, чтобы покинуть кинотеатр. И идет отсчет. Соответственно, 29, 28
И после этого действительно начинается довольно жестокая сцена. Она, конечно, не заслуживает такого дерзкого экрана, но, блин, кто вообще себе такое позволяет? Вы себе можете представить, что реально человек снимает фильм и решает в середине фильма сделать такой титр, который абсолютно выбивает из атмосферы? Вот Гаспар Нуэ именно такой режиссер, ему как будто бы вообще плевать. Делаю, что хочу, и людям это нравится. Я вот очень получаю большое удовольствие, надеюсь, что вы тоже. «Необратимость» — это самый скандальный фильм Гаспара Нуэ. Скандалы были постоянно на любом кинопоказе. Людям не нравились конкретные сцены, они выходили с них. Им не нравились вот эти кардебалеты с камерой. И даже на Каннском кинофестивале им не понравился низкочастотный жужжащий эмбиент, который начинается с первых минут фильма. Многие люди вышли уже в самом начале, и когда они выходили, они говорили, что, по-моему, режиссер хочет, чтобы мы тут все заболевали, потому что слушать этот звук невозможно. И забегая вперед, Гаспар Нуэ сказал, что вообще-то он это и хотел. Ну, это скорее в шутку. В последние годы талант Гаспара Нуэ уже не вызывает таких скандалов и споров. Многие признали в нем мэтра и признают, соответственно, что нужно наслаждаться его фильмами как каким-то вином или стаутом с многолетней выдержкой и говорит, что это очень интересно, это очень смело, хотя вкус на самом деле даже обжигает тебе рот. Можно, пожалуйста, следующий кадр? Звук, наверное, это не самая главная часть кинолент Гаспара Нуэ, но многие сцены становятся такими прекрасными именно благодаря подобранному музыкальному сопровождению. У Гаспара Нуэ совершенно нету саундтрека, который был написан специально для фильма. Он использует музыку из своего плейлиста, он такой довольно меломан, скажем так. То есть мы можем увидеть альбом группы Throbbing Gristle. Это очень известная группа, которая многими считается родоначальниками жанра индастриал. Это такой гудящий, сложный, музыкальный... Я даже не могу как-то описать его с точки зрения музыкальной науки, но это музыка, которая сделана из каких-то строительных материалов. Звуки дрели, звуки бетономешалки, все это какофония пытается сложиться в какой-то единый звук. И вот в «Необратимости» он использует песню этой группы. В то же время он очень большой фанат классической музыки. Очень часто в его работах используются Бетховен и другие, соответственно, классики. Например, многие из вас знают Стэнли Кубрика, это один из величайших режиссеров истории кино. Он в свое время произвел революцию и фурор в саундтреках, так как во время сцены драки в своем фильме «Заводной апельсин» более 50 лет назад он включил такую приятную симфоническую мелодию, которую совсем, казалось бы, не ожидаешь услышать во время драки. Тебе хочется под такую музыку видеть бальные танцы, а не старого доброго ультранасилия. И благодаря этому решению эта сцена даже спустя 50 лет смотрится свежо, очень бодро и совершенно не устаревает. Гаспар Нуэ пытается повторить подвиг Стэнли Кубрика. Он тоже часто включает классическую музыку в как будто бы неуместные места, и часто у него это получается. Например, тот же фильм «Любовь», банальную ссору с своей девушкой, вообще классическую, под классику, она превращается в величайшую вселенскую трагедию. И это то, что мы ждем всегда от Гаспара Нуэ. Кстати, здесь также изображен один из Daft Punk. У «Необратимости» основную часть саундтрека сделал Тома Бангальте. Это как раз вот один из двух участников Daft Punk. А помимо этого, в фильме «Любовь» он использовал группу «Салем», что очень интересное решение. Многие из «Салем» уже и забыли. Это вообще-то родоначальники «Вич Хауса», которые 10 лет назад многие с большим упоением слушали и любили. В
в фильме «Экстаз» он использует песню FX Twin, которая тоже многими считается создателем IDM-жанра. А Джон Фрушанте — это человек, который сделал очень многое для гитарной музыки, участник Red Hot Chili Peppers, и даже Джон Карпентер. Это вообще режиссер, который занимается изредка музыкой. Он использует в своем саундтреке его песню «Нападение на 13-й участок». Любой фильм Гаспара Ноэ после себя оставляет не только какую-то рану на душе, но и пару песен в ваш плейлист. Можно, пожалуйста, последний слайд. Как я говорил в самом начале, фильмы Гаспара Ноэ это не просто кино. Это такие психоэмоциональные аттракционы, которые каждый проживает по-своему, в зависимости от восприятия и от вашей эмоциональной гибкости. Всегда на любой из лент вы чувствуете разный спектр эмоций. Вы не ненавидите Гаспара Ноэ, вы любите Гаспара Ноэ, но вы никогда не равнодушны к нему. И, наверное, эта фраза на самом деле такой моментон, но я вот не знаю, я не знаю других вещей, которым бы она подходила лучше, чем к его фильмам. Я в свое время, во время просмотра фильма «Необратимость» в 2010 году, каждый раз, когда я закрываю глаза, я возвращаюсь в это время, я сижу в кресле посреди квартиры своей матери, смотрю на старом, древнем, гудящем ноутбуке фильм «Необратимость», закрываю свое лицо руками, щурюсь, потею, мне тяжело, я в шоке, но я дохожу в итоге до финальных титров, закрываю ноутбук, подхожу к своему зеркалу, смотрю на себя, я себя не узнаю. Ощущение, как будто мой мир перевернулся с ног на голову. Я как будто начал воспринимать реальность немного иначе. Фильмы, как будто сама концепция кино для меня изменилась. Я перестал воспринимать их как какое-то видовое развлечение на вечер и переосмыслил вообще всю концепцию кино. Я как будто вот в первый раз в жизни испытал этот пресловутый кинематографический эффект, когда граница между экраном и моим лицом была разорвана, она полностью потеряла свою вот какую-то физическую осязаемость. Это такое иррациональное, какое-то имманентное ощущение, с которым я живу по сей день, и, наверное, поэтому я так сильно люблю «Необратимость», у меня, по сути, какие-то вот родные ощущения к этому фильму. И я надеюсь, что сегодня, когда мы будем его смотреть, вы почувствуете хотя бы часть этих эмоций, сможете посмотреть как-то на этот фильм более глубже, чем он есть на самом деле, и прийти домой и посмотреть на себя в зеркало, почувствовав себя чуточку иначе. У меня все.